Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Я сейчас нахожусь в Киеве. К тому времени, как вы смотрите, все, я, естественно, сюда уеду, чтобы не попадать под обстрел местных педалобистов. Так вот, все слышали про Гербалайф. В 90-х годах торговали там этими для похудения всякими травками, порошочками. В общем, суть в чем? В России первые 500 человек, которые вступили в Гербалайф, стали долларовыми миллионерами. Здесь до сих пор офисы, люди себя чувствуют хорошо. 500 человек первых стали долларовыми миллионерами. Конечно, да, смешно смотрится, когда кто-то там ходит, вот, хочешь похудеть, спроси меня как. Но факт остается фактом. Мы сейчас можем сделать то же самое с Каяни. То есть у нас пока еще команда меньше 500 человек, но уровень нашего развития позволяет не 500 человек сделать долларовыми миллионерами, и даже не 1000. Все в ваших руках. Вступайте сейчас. Через 2 месяца начнется массированная реклама на ТВ, в интернете и где угодно. Но вся верхушка этого айсберга будет правая. До новых встреч!